Лучшие представители омского спорта в торжественной обстановке получили от Леонида Полежаева почетную премию «Доблесть». В нашей области она присуждается ежегодно уже в 8-й раз. 2010 год был очень успешным для омских спортсменов. На международных и всероссийских турнирах практически во всех видах спорта им удалось завоевать 800 медалей различного достоинства. И в этом нет ничего случайного. Как отметил губернатор, в регионе проводится большая работа по популяризации спорта. Способные и талантливые юноши и девушки находят поддержку у руководителей региона. Все это, безусловно, дает основание придавать такое особое значение тем людям, кто вносит наибольший вклад в развитие, становится лидерами своих видов спорта и имеет серьезные крупные достижения. Лучшим тренером года среди женщин признана директор областного центра художественной гимнастики Вера Штельбаумс. Кроме региональной премии, она получила еще и президентскую награду – Орден Дружбы за подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине 2008 года. Приятно, что они нас не забывают и отмечают это, и внимание нам уделяют. Конечно, это все, я думаю, любому приятно это будет, что все-таки труд наш не зря. Воспитанница Веры Ефремовны, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Евгения Канаева, признана лучшей в номинации «Спортсменка года». После победы на Олимпиаде в Пекине Евгения не сбавила обороты и продолжает побеждать на самых престижных международных состязаниях. Рада, что я из Омска, и что представляю этот город. Спасибо всем большое. Лучшим тренером года среди мужчин признан преподаватель Центра олимпийской подготовки «Авангард» Борис Жгир. Его воспитанницы Евгения Данилова и Марина Ковалева становились чемпионками Сибирского международного марафона. Любая премия, вообще любой момент, вот, отмеченный руководством региона, это стимул для работы тренеров, спортсменов. Естественно, не ради этой премии работать, но когда твою работу замечают и отмечают, это очень приятно. Хочется еще лучше работать. Впервые за 7 лет проведения церемонии была вручена премия в номинации «Ученый года». Ее удостоен профессор Сибирского государственного университета физкультуры и спорта Игорь Лысаковский. Он поделился, что вместе с коллегами разрабатывает сейчас специальную методику подготовки успешных спортсменов. Открытием года названа гимнастка Ксения Дудкина за победу в первых юношеских Олимпийских играх. Премия «Доблесть» была вручена 14 лауреатам за достижения в области спорта.